Июль. Разноцветие трав. Полезных трав, друзья. Вот обыкновенный цикорий, который тоже можно уже начинать собирать. Настало время, друзья, собирать лекарственные травы. Посмотрите, какие поля, луга, разнотравие полезных лекарственных друзей, которые выручат нас в любое время, в любую минуту. Только нужно вовремя собрать эти травы, которые даны нам природой. Пижмы. Вот о ней сегодня мы с вами и поговорим. Об этой красавице. Ее любим не только мы. Ее любят и пчелки. Ее любят все насекомые. Посмотрите, как греются на солнышке эти замечательные жучки. Они тоже собирают лечебный нектар этого замечательного растения – пижма, о котором мы поговорим сегодня, друзья. О лекарственных свойствах полыни каждый знает. Полынь и пижма – замечательные растения. А если соединить их вместе, то это Божье лекарство. Божье лекарство от паразитов. Это безопасное средство. Мы берем с вами в одинаковых пропорциях и пижму, и полынь. Эффективное средство для очищения нашего организма от паразитов. Рецепт очищения прост. Берем, друзья, 2 ложки полыни, 2 ложки пижмы и 1 чайную ложку обычной гвоздики, специи. Итак, для чистки нужно взять всего лишь эти сухие травы. Перемолоть в блендере, друзья, или же в кофемолке и залить кипятком. Вот такое снадобье мы применяем в течение месяца 1 раз в день перед едой за час. Затем, друзья, делаем перерыв на месяц и вновь продолжаем пить это снадобье, тем самым освобождая все сосуды, все буквально капилляры от этих паразитов. Поверьте, вы вдохнете глубоко, многие из вас сбросят лишний вес, очистят свой организм, вены станут крепче, кровоток прекраснее, сердцебиение замечательное, вы не будете так часто хотеть кушать, вы вернете свою молодость лет на 10. Поверьте мне, друзья, собираем сейчас пижму, собираем полынь и готовим замечательное снадобье от паразитов, которые заселяют наш организм. Не только взрослых людей, но и маленьких деток. И меняем снадобье в течение месяца.
Затем делаем перерыв 2 недели, но лучше месяц, и вновь повторяем это лечение. Такие процедуры мы проделываем 2 раза в год. Крепкого здоровья вам, успехов и всех благ!